Письмо номер 3. Варя, скажи, пожалуйста, кто написал третье письмо? Королева Тоника. Покажи, пожалуйста, где ее клавиши? Ее клавиши на ноте до. Угу, хорошо. Расскажи, пожалуйста, какие у нас еще есть герои? У нас есть принцесса Субдоминанта. Покажи, где она. Она на ноте фа. Угу. И король Доминанта. На ноте. Соль. Да. Что будет, если вместе сыграть принцессу и короля? Получится доминантовая секунда. Почему она так называется? В честь короля доминанты, потому что секунда это два. Угу, в переводе с итальянского. А если мы сыграем королеву и короля? Квинта получается. Какая квинта? Тоническая. Тоническая. Почему она называется так? Потому что она названа в честь королевы Тоники. Угу. Потому что квинта это пять клавиш. Хорошо.